работают. Здесь горячий стол сразу, новый. Здрасте. Прям все новое теперь. А что вы не успели перемаркировать? Покажите, пожалуйста. Ну, покажите какую-нибудь маркировку старенькую. Вот эту. Пожалуйста. Что там, когда там 19 в 10.51. Ага. А срок годности 3 часа. Ой, через скоро запросрочится. А вот эту. Те же самые 19 в 10.42. А у этого срок годности сколько сейчас? Да. Тут указано 24 часа при температуре плюс 2, плюс 6. А другого не дано. Почему? Ну, так, пожалуйста. Друзья, всем привет. Только что пришел соглашение приговора по активистам StopHam. Удручающее, конечно, зрелище. А в этом магазине я был летом. Дорога просрока, кто помнит. И пойдем посмотрим, что здесь сегодня происходит. Касса самообслуживания пока еще работает. В первую очередь смотрим детское. Потому что это лицо магазина. И оно должно выглядеть хорошо. До 26 апреля 21 года изготовления, 3 года срок годности, до 26 апреля. Вот такие подгузники во всех магазинах страны. Не снимаете, а потом приду, вот это вот. Все. Ой, как тут в прошлый раз-то весело было. Вспоминаю. Нашел одну просроченную штуку, только на посте заметил, что там их далеко не одна, но мне утверждали, что у них этого быть не может, я с собой все принес. Вы помните? Я сейчас покажу. Мы не на поле чудес, в студии. Мы в стране дураков, да. Директор сюда завели зама. Ты на ты не переходи со мной, понятно? Не умничай тут, стой. А ты тоже? А ты тоже, ты не умничай, понятно? Научись разговаривать для начала. Это лицо перекрестка? Кто? Ты умный такой, не пойму. Ты сейчас... Ты сейчас сматерилась или что? Я тебе говорю, директора сюда зови. Понаберут дебилов по объявлению. А потом работают они в магазинах, людей травят. Куда пошел? Так, у меня есть желание оплатить этот товар просроченный. Кто бы взял с меня деньги? Вот. Ну что делать? Я ознакомливаюсь с продуктом, я желаю за него заплатить деньги. Взял бы кто с меня их? Каким продуктом? Ну, с вот этим. Хочешь понюхать? А это что? А это дорожка просрока. Смотрите, какая большая получилась. А при чем тут вы? Ну, я же его нашел. А теперь мы просим вас удалиться отсюда. А я прошу... нашего магазина. Чего еще раз? Чего вы просите? Удалитесь, пожалуйста. Вы неадекватно себя ведете, и вы пугаете других посетителей. Не, я считаю, что вы себя неадекватно ведете. Возможно, вы меня пугаете. Удалитесь, пожалуйста. Вы посмотрите, что вы сделали. Так это дорога просрока. Дорога просрока. Нельзя просроком торговать. Просрочкой нельзя торговать, понимаешь это? Детской тем более. Кто с меня, кстати, за этот весь тухляк деньги возьмет? Не знаю, я тебе... А я спишу. Что ты сделаешь? Спишем, конечно. Утилизируем. Может, просрок? Давай съешь его. Утилизируй его орально, вот прямо сейчас. Тогда я его прощаю и ухожу. Что? Орально его утилизируй, говорю. А вы кто мне, брат или кто? Нет. Как ко мне обращаетесь? Я покупатель. Я возмущен тем, что у вас в магазине тухляк, просрок. Я понимаю, я детский вас... в том числе. Спасибо. Я тебе говорю, утилизируй его орально, а, съешь. А мне на ты. Хорошо, на ты не надо. Ну вам. Вы тоже можете присоединиться. Вы всем коллективом должны убирать тухляк, просрок. Удалитесь. Они занимаются этим целый день. Да нет. Смотрите, я этим занимаюсь.
Да, не надо топтать мой просрок. Это мой просрок, не надо его топтать. Это мой просрок. Это просрок магазина. Удалите. А зачем в магазине просрок? Удалитесь, говорит. Стоп, ты что, руками меня трогаешь? Удалитесь, мужчина. Ты сейчас что делаешь? Удалитесь, пожалуйста. Я прошу вас, удалитесь. Я прошу вас не трогать меня руками. Удаляйте. Других посетителей, так, мужчина. Так. Не надо меня трогать. Не надо, пожалуйста, меня трогать. Холодос нормальный. Неужели они молодцы? Нет, конечно. 19.02.24. Ну и его там много. Магазин перекресток Б-181 для летчика Бабушкина 19.02.24. Это не включительно, это годен до. Я одно купил, возвращаюсь на базу. Забираем остальные. Чуть-чуть детского продинамили. Вот и собачий, например, есть корм. До 14 января 24-го. Здесь получается так. За мной уже представили человека. Смотреть, что там происходит. Смотри, у них тут перемешка. Что-то хорошее. А что-то не очень. Да, конечно. Вы просто неравнодушный гражданин, которому интересно все, что происходит. Не посрочно. А, ну да. Смотрите. 24-й год. Ну да. А 14 января 24-го. Ну, нормально. Да. А вы говорите посрочно. Ну да. А вы говорите, как посрочно, примерно? Да не так. А вам какая разница? Здрасте, а вы кто? Можете фотать и снимать прямо открыто? Да и ладно, я фоткаю. Ну, в смысле, я снимаю видео. Я видео снимаю. Ну, да. Это мой тайный этот. Покупатель. Вот, смотрите. КСО пока работает. Проверяем статус оплаты. Касса самообслуживания, смотри. Это просрок. До 14.01.24. Они все одинаковые. Видишь, я же тебя не обманываю. Кто, кстати, помнит серию «Дорога просрока»? Все, 4 штуки. 4 штуки. Все просроченные. И 2 еще вот таких штуки полирну, пожалуй, детским. 2. Перейти к оплате. Пакет. Да, добавить. В смысле, один. Добавить пакет. Банковской картой. Распечатать чек. А, пожалуйста.
Ай-яй-яй, ты продала. Плохая. Касса-магазин, передристок Б-181, летчика бабушкина 15-19, 02-24, 13-19. На сколько? 2 с копейками. Короче, есть собачий корм до 14.01. Все одинаковые и бла-бла-бла. И детское питание до 19.02.24. Также все одинаковое. Ну, а это я уже купил. Косяк вышел. КСО пока не отключают. Тут зависло. У вас какие-то вопросы, наверное? Ну, если есть вопросы, задавайте. Вот еще вопрос, я могу советовать, чтобы еще есть много, такая магазин есть, магазин Дикса, такая очень много построчная. Ну да, на Измайлова. Нет, видели? Нет, здесь, вообще нет, жесть. Нет, здесь тоже есть, поэтому я говорю, чтобы сейчас вы такая занимаетесь примерно, тут есть несколько магазин Дикса, можете заходить в любой момент, я могу назвать адрес. Ну давайте, называйте. Енисейский, дом 33. Хорошо. Тут недалеко тоже. Понял, ладно. Тут заходите в любом. Ок, договорились. Забегали такие. Убегает. Убежала. Ну что ж, а мы ее потом найдем. Как вам? Девушка, красиво? Девушка. Стой. А можно сюда кого-нибудь? Здравствуйте! Что вы об этом думаете? Красиво? Классная кофта. Йодас бренд. Серьезно? Вон железная есть лопатка. А вот снега, снега кому? КСОхи все еще работают, никто их не отключает, за это им лайк. Поэтому сегодня без ментов. Такая паста есть прямо целыми партиями, где уехала маркировка наверх и год тупо не пропечатан. Обращайте внимание.
конечно, не эксперт, но 6, 12, 22 срок годности 12 месяцев, скорее всего, уже прошли. Ой, неловко получилось. Я, конечно, не эксперт, но до 16.01.24 это, наверное, не включительно. Ну, есть еще свежак до 7.02.24. До 18.02.24. Я, конечно, не эксперт. Но эксперты у меня есть, которые могут провести экспертизу и сказать, что да, про срок. На маркировке же написано, что принес. Здрасте. Юрий. Алекс, это про срок. Плохо. Мы так старались. Но, я думаю, все равно с лета есть результат. Ну да, то, что летом было, это другое совсем. Ну, там неадекватная сотрудница была у вас. Ну, она есть. Есть. Но она меня увидела и сразу убежала. Ну, это лучший, да, лучший для нее вариант. Стараемся, очень ребят набрали сейчас. Понятненько. Не, ну видно, что становитесь лучше. Конечно. В следующий раз вообще идеально все будет. Надеюсь, да. Что, в этот раз у вас вот так, а в прошлый раз корм и было это. Не очень. Ну, да. С этим, как я понял, вы с Еленой уже разговаривали, да? Ну, это я потеряю, заберу. Угу. Это я отдаю в собачий корм, а с этим? В собачьи приюты. Это я не ем, она же просроченная. Угу. Что, пойдем посмотрим, где у вас можно разложиться и показать, что есть. Так, воуш. До фров не докапываюсь, потому что плесень на фруктах есть всегда. Алекс. Алекс, да. Это Александр? Это прямо Алекс. Алекс? Интересно, нет? Чтобы не соврать. Алекс. Интересно. Дети Алексовича. Здорово. Так. Не подошел мне этот просроченный товар. Спасибо. Огромное. Собакам. Ну да, бездомным собакам они не такое привыкли жрать. Так что. Так, это предлагаю нарушить целостность, чтобы никто не догадался выставить обратно. Не, мы сейчас. Ну. Конфетки по 1000 рублей за штуку. А это вот так можно. Да, это так. Все. Спасибо. Мне возвраты. Да. Два чека. Детское и животное. Ага. Класс. Это один. Один? Да, в Москве такие обычные. Интересно. С камерой, типа мордой расплачиваться. Улыбками. Не, у вас тут несколько позиций, но это всегда везде можно найти. Свинья везде грязь найдет. Самое главное, это приятное отношение к покупателям. И спасибо, да, спасибо, что работаете и нормально себя ведете. А вам спасибо за просмотр. До новых встреч и пока.